Сегодня мой новый влог. Сейчас я беру Пенни, ну, точнее, взяла даже. Встречу пойду друга, там мы поедем в центр. И, скорее всего, что я встречу девочку, с которой вчера ВКонтакте познакомился, хотя ее даже не знаю. В общем, она вроде бы классная, надеюсь, и в жизни она классная. Из-за того, что нам жарко и скучно, мы поедем в Фонтане купаться, но перед этим мы заедем полюбоваться видом на Олимпийском. В общем, я встретил сейчас Сашу, и мы поднимемся туда, хоть я там уже кучу раз был. Там реально красиво, я соскучился за этим местом. Да, соскучился за этим местом. И потом мы уже пойдем в фонтане купаться. В общем, мы сюда пришли, туда сейчас сильный дождь. Не знаю, может, у меня камера уже немного запотевает. Начался сильный дождь, но он придет через часа пол максимум, из-за того, что... Ну, я знаю, что такие дожди долго не идут. Мы сейчас пойдем в Гулливер, там немного передохнем, не знаю, возможно, в фонтаны не пойдем, а возможно, пойдем. В общем, как я и говорила, дождь прошел быстро, меньше, чем за 10 минут. И сейчас мы куда-то идем, из-за того, что нам стало скучно. Не знаю, на фонтаны пойдем или нет, но, скорее всего, пойдем, да? Да, пойдем. Перекусили, было вкусно, и сейчас мы все-таки решили идти на фонтаны, ибо погода улучшилась. Вот и все, мы уже сюда пришли. Я давно здесь не был, тут реально хорошо. Он вообще очень часто вверх подлетает. В общем, тут уже куча людей, и сейчас мы туда пойдем. Ну, точнее, Ваня немного перекусить сел, Саша катается, и мы снова пойдем на какой-то заход, из-за того, что там реально мы уже устали, ушли с этого фонтана. До сих пор мокрые, но что было нам весело. Сейчас мы решили пойти на Труханов остров. Ну, не знаю, во-первых, там пофоткаться красиво можно, во-вторых, нам нечего больше делать. Мы сюда пришли, тут, не знаю, заграть навряд ли, просто по этому острову погуляем, я не знаю, как мы будем гулять, но некоторые хотят купаться. Покупались немного, ну как покупались, по щиколотке зашли там, походили, вода классная, скорее всего, что завтра пойдем купаться, именно полностью же купаться с головой, а так сейчас пойдем уже под... Вот и все, сейчас я уже подхожу домой, Ваня тоже, он тут рядом живет. Видео, надеюсь, получилось классное. Завтра тоже будет шикарно за то, что мы идем купаться на пляж, как ни крути, это должно быть классно. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.